Марсианские пейзажи, огромные полевые бури бушуют в Австралии. Синоптики связывают красные нашествия с сильнейшими ветрами и отсутствием высоких деревьев, которые могли бы их сдерживать. Полевые вихри накрыли крупнейшие австралийские города Сидней и Канберру. Многие жители до смерти напуганы покрасневшим от песка небом. Обрушившаяся стихия покрыла толстым слоем пыли все, даже номера в гостиницах. На их полную уборку понадобится неделя.